все отдала на свете, чтобы моя мама была жива. Чтобы ее хоть раз увидеть, обнять, поговорить, посоветоваться. А твоя мама жива, она любит тебя. У каждого своя правда, понимаете? Ваша правда, что мой отец был мерзавец и садист, и что его любовница, прокурорша, добилась для вас максимального срока. А есть правда еще моих бабушки и дедушки, которые меня очень любили, которые меня воспитали. Все хотели бы преподнести вам подарок. Токовый контроллер.